Всем привет! Сегодня на канале Травард. Рецепт простой. Капусты, жареные с грибами. Для того, чтобы приготовить капусту, нам понадобятся следующие ингредиенты. Замоченные сушеные грибы, перец, чеснок, имбирь, лук и, конечно же, капуста. В раскаленную сковородку добавляем растительное масло. Прогреваем масло и начинаем добавлять ингредиенты. Имбирь, чеснок, острый перец и лук. После того, как лук, имбирь, чеснок и острый перец обжарились, добавляем грибы. А затем добавляем капусту. Чтобы капуста хорошо протушилась, добавляем настой из грибов и продолжаем помешивать. Пока тушилась капуста, я успел засолить 3-литровую банку капусты, а сейчас мы попробуем, что у нас получилось с капустой с грибами. Довольно-таки пикантно из-за того, что я добавил много острого перца. Если вы не любите острое, можете удалить перец из этого рецепта. Всего доброго, подписывайтесь на канал Травард, ставьте лайк и делитесь со своими друзьями. До новых встреч!